Да. Дорогие друзья, сегодня в этот замечательный воскресный солнечный день мой сын Глеб с его новым другом Олегом пришли кататься в парк Ильича на картинге. Вот сейчас я вам покажу будущих чемпионов. Сейчас мы видим, как Олег от нас отдаляется, и вот приближается Глеб. Глеба, газу! Так, пока идут такие разминочные круги, пока еще никто не почувствовал до конца автомобиль, и настоящая скорость начнется чуть попозже. Вот Глеб обходит, обходит, обходит. Если вам будет видно, друзья, Глеб обходит. Сейчас Олег его не пускает. Ну, кто же победит? Напор или опыт? Глеб, Олег не дает ему объехать. Глеба, обгоняй, обгоняй! Обгоняй! Чего не надо? О, Глеб обгоняет! Вот так вот, смотрите, вот у них. Вот, вот настоящая спортивная борьба, настоящий накал страстей. Олег, догоняй! Да не надо, пусть медленно. Который пусть медленно. Хорошо, хорошо, хорошо. По желанию мамы Олега рекомендуем ему снизить скорость. А папа Глеба более бесшабашный, поэтому он наоборот говорит Глебу: давай, Глеба, газу, газу, газу! Газу, любимый! Так, Глеб заходит в крутой поворот. Отличный вираж, Глеба! Догоняй Олега! А вот Олег. Давай, Олег, газу! Газу! Газу, Глеба, газу! Ну, Глеб, видишь, Глеб едет. Ля. Ну, вы же к нам не едете. О, мы сторожилы. Глеб сторожил здесь. И мы уже, видите как, еще друзей водим. О, молодец. Олег справился с проблемой, да. Олег, догоняй Глеба! Мальчик говорит, что для первого раза... Ну, отлично, конечно. Ну, что ж. Глеб еще хуже ехал. Давай, Глеба, газу! Так что, дорогие друзья, вы сейчас видите рождение будущих чемпионов. Да, Формула-1 уже ждет своих героев. Давай, Олег, давай, давай, газу. Пока Глеб явно лидирует, да? Независимое жюри из состава заинтересованных лиц решило, что Глеб лидирует явно. Ну... Пока побеждает опыт, да? А, Глеб легче весит, кстати. Поэтому ему легче ехать. Вот я видишь? Думаю, опыт. Ну хорошо, хорошо, раз ты настаиваешь. Я хотел снивелировать личностные качества. Сказать, ну конечно, он же легче. Ну раз ты говоришь опыт. О, Олег, давай, давай, давай. Олег, 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 Олег. Ух ты, отличный вираж. Глеба, отличный вираж. Смотри, как здорово, да? Глеба, обгоняй! Как не понимает? Глеб чемпион. На поворотах не надо, Глеб! На прямой обгоняй! Я аж закашлялся от волнения. Глеба! Давай, Глеба, обгоняй! О, да, вот смотри, заруба идет. Смотри. Отлично, Глеб, давай, давай, все в порядке. Вот это вот начинается спортивный азарт, видишь? Ну, он только весь, я понял. Да, уже. Да, уже суть. Уже да, уже все. Восьмой, девятый. А у них 12. А может быть, мы еще продлим? Не, не, не. Да. Глеба! Ля, Глеб не может обогнать. Давай, обгоняй, Глеба! Блин, а там поедем сейчас двойная. Ух ты, гля, смотри, Глеб как пошел в этот вираж. Да, уже все, уже Глеб ему не может догнать. А он в центр делает, даже не дает. Да, да, да. Газу, Глеб, газу! Он хитрый.
Тактикой. Вот, смотри, Олег, как здорово. Смотри, как Глеб классно тоже. Вот, вот дед. А ты школа, уроки. Комплексно нужно. Комплексно, Света. Я морального права не имею тебе давать советы. Нет, правильно, правильно. Ну, не знаю. Да? Ну что, теперь явно лидирует Олег. Да. И Глебу не дает. Ух ты, вот это вираж. Да. А, Глеб обошел. Олег на пит-стоп заехал. Давай, Олег, догоняй Глеба. Сегодня, дорогие друзья, очень серьезный накал страстей. Гонки идут на повышенных скоростях, трибуны ревут, каждый поддерживает своего участника, но... Глеб побеждает. Нет, уже я не соглашусь. Уже не уверен, что Глеб побеждает. Уже достойную конкуренцию составляет гонщик с именем Олег под номером 6. Газу, газу давай! Видишь, он уже стал аккуратнее ехать. Вот. Ну, Глеб тоже, смотри. Да, Глеб на предельных скоростях. Проходит повороты на предельных скоростях. Вот так вот. Отличный вираж. Когда я спросил Глеба, не боится ли он так быстро ехать, он ответил мне, я смог победить свой страх. Давай, Олег. Глеба, давай! Наша гонка близится к своему логическому завершению. Осталось, наверное, один или два круга. И сейчас